Кирок Зум вроде сказал. А, вот, слушай, а нам, что там такое светится? Ой, блядь, нам на него не наехать, главное. Он уже совсем рядом. Сейчас идем потихонечку. Уже скорость прибавилась, уже 1.2. Держит, мне кажется, ее в цепь закусили ее. Да, стой, вас поставить на связи, прием. Стой, вас поставить, информация принята, добро, следуйте. Право держу. Ну да, он идет своим обедом. Анатолий, я думаю, что нас на буй так подносит еще потихонечку. А вот сейчас будет засадка. Он вроде пошло сейчас вправо. Сейчас вроде идет. Надо. Понятно. Много битого льда, так здесь пока разгоняемся, наверное, надо. Ловить момент. Вот это похоже на свежевыбитый лед. Вот это, видишь, вот. Там еще нет, вот там. По-любому еще правее придется выходить. Правее, правее. Потому что там вот это вот, вон там уже, по-моему, его. Ну, сейчас тогда выйдем на 50
Ну, он чередует, походу. В том контракте Kia ходил, в этом году мы. Кто ближайший получался? Ну вот она уже дорога-то, по сути, по всему я вижу, да? Вот. Вот. Буквально полностью. Вот это вот дорога. Вот. Да, я вижу. Вот она. Сейчас вот. Я до левого. Вот. Вижу. Вот это его дорога. Все, сейчас пойдем, значит, не. Вот это сейчас еще Дина опять пожмет. Не, сейчас нормально выйдет. Ну, а сейчас вперед светить, чтобы не сбиться. Там пароходов, ну, немерено пошло. Питер? Да. А тут в этот ресурс что-то они вообще. Сюда не ходят. Ну, мы же по факту дойдем в Высоцк же, правильно? Не в выбор, или уже в Высоцк идем. Выбор? Либо выбор. Видимо, выбор. Высоцк это там эти самые танкера, по-моему. Там делать нечего, так как и услуга, но услуга там сейчас, когда видишь, настраивается. Там батька хочет свой терминал построить тоже, да. Удобрение уже на Литву он не стал возить. Здесь, так сказать, литовцы. Проблем никаких не должно быть, да? Пока да. Если они обещали чистую воду, значит будет чистая вода. Знаешь, он там в офисе сидит. Ему оттуда виднее. Ему виднее, наверное.